Не теряет своей актуальности в эти праздничные дни тема незаконной продажи пиротехники. Так, в Талдыкургане провели 20 рейдов. В результате сотрудники полиции изъяли свыше 500 килограммов фейерверков. На торговцев наложены штрафы. Специалисты ДЧС призывают казахстанцев быть осторожными с пиротехникой и соблюдать правила пожарной безопасности. При использовании пиротехнических изделий рекомендуют приобретать данные изделия только в специализированных для продажи магазинах, имеющих необходимые лицензии, сертификаты.